Приветствую! Сегодня хотел бы в этом видео рассказать о том, как можно арендовать свой собственный склад в Великобритании. К примеру, если вы недавно переехали и у вас есть какие-то личные вещи, либо вещи для какого-то определенного бизнеса, становится вопрос, что снимать под бизнес какой-то большой склад дорого, а дома, если вы снимаете жилье, здесь жилье небольшое, часто нету никаких-то подсобных помещений, где хранить личные вещи. Поэтому я нашел вот такое решение, как self-storage, которое есть по всей Британии, в каждом городе есть такого типа компании, которые предлагают вот такие вот ячейки, да, как вы видите у меня на заднем фоне. Это много-много разного формата ячеек, которые предлагаются людям под контракт в аренду. То есть цена варьируется от того, сколько квадратных метров вам нужно. Есть совсем маленькие, как бы студенческие форматы, где вы можете хранить свои личные вещи, такие как чемодан, все, что вы привезли с собой, и если у вас комната и негде это ставить, то вы здесь вот можете хранить вот в таких помещениях, имея свой персональный замок, да, персональный код и условия по аренде. Как правило, первое время этой компании дают возможность арендовать со скидкой до 50%, к примеру, 2-3 месяца первых. Далее вы приходите в прайс, который уже есть стандартным. Ну, постоянно предлагают какие-то условия улучшенные. Если брать в среднем, то вам нужно будет заплатить ежемесячную аренду за вот такое помещение. Оно варьируется от там, 20 фунтов и выше, в зависимости, говорю, от размера. Если вы хотите как бы застраховать свои вещи, вам предложат еще оплачивать дополнительно помесячную страховку. Это может быть порядка 5-7 фунтов в месяц дополнительно, если вы застрахуете на определенную сумму свои вещи. Ну, вдруг что-то с ними случится, пожар, еще что-то, какие-то факторы, у вас эти вещи будут застрахованы. Можете не страховать, как бы это личный выбор. Также предлагают доплату за 24 часа в сутки доступ к этому помещению, то есть вы в любое время можете приехать под своим паролем, пин-кодом, да, открыть этот склад, здесь нет персонала, как бы вы все сами делаете, открыли ворота, заехали, занесли свои вещи или взяли что-то и уехали, как бы закрыли. То есть есть сигнализация, снимаете с этого всего, ну, свой замок, свое помещение. Поэтому удобный сервис, мне кажется, что это хорошее решение для начала, если вы только недавно переехали и имеете какие-то уже вещи, которые у вас не влазят в ваше жилье, в котором вы проживаете, это хорошее решение для старта. Далее, конечно, если у вас есть объемы, либо какой-то бизнес, то лучше и дешевле искать вариант более как отдельного склада, ну и его уже по контракту оплачивать. Поэтому, если было полезно видео, ставьте лайк, если есть какие-то вопросы, задавайте в комментариях, я отвечу по вот такому вот роду склада, потому что сам его арендую. Всем до новых встреч, всем пока, увидимся в следующем видео.